Давние партнерские связи и хорошие перспективы. Губернатор Владимир Сипягин встретился с чешской делегацией. Ее глава – гетман Устецкого края Олджих Бубенчик. Речь шла о развитии сотрудничества в разных сферах. Глава региона напомнил, города Владимир и Устиналабия являются побратимами середины прошлого века. В наше время экономические и культурные связи между двумя регионами продолжают развиваться. За 2018 год оборот с Чешской Республикой составил 17,3 миллиона долларов. Эти цифры, пока небольшие, говорят о том, что нам есть куда расти. Мы приглашаем к нам инвесторов из Чешской Республики. Гетман Устецкого края отметил, что был во Владимирской области 2 года назад на экономическом форуме и очень рад посетить ее снова. Владимирская область очень большая по сравнению с Устецким краем. Он гораздо меньше. Мы намерены встретить делегацию вашего региона в Усть-Налабе, куда мы привлечем инвесторов. И мы уверены, что у нас получится заключить бизнес-контракты. В нашем регионе уже больше 10 лет успешно работает чешская компания «Хама Фудс». Она производит соусы, паштеты и детское питание. По словам ее руководителя Петра Шубрата, работа в России сложна своей непредсказуемостью. Но чем труднее задача, тем интереснее ее решать. Но это такой очень приятный адреналин, когда достигли успеха, это реально хорошая награда. Да? Мне здесь нравится, и мне очень нравятся коллеги, с которыми я работаю на предприятии, которые просто за предприятие живут, у них сердце нараспашку, я им полностью доверяю. Администрация помогает и за Светланой Юрьевной, и за господина Сипяня. Дверь была всегда открыта, я рад, что нас слышат. Представители двух регионов также планируют сотрудничать в сферах туризма, образования и спорта. Татьяна Гордеева, Алексей Жилкин, Губерния 33.